Всем привет! 4 упражнения на пресс решил для вас записать. Это лучшие мои упражнения, которые я выполняю, там, например, между подходами отжиманий или подтягиваний. То есть сделал подход подтягиваний и сделал это упражнение. Каждое упражнение старайтесь сделать так, как будто бы оно у вас последнее, то есть там до прожигания пресса. Смотрите, ребята, и пробуйте. Упражнением скалолаз, то есть это просто раз 50 делаю. Сетик на мышцы пресса, пробуйте, совмещайте со своей тренировкой. Всем респект!